Сегодня две команды, красная и синяя, будут соревноваться в постройке нового года. Ну, всякие там снеговики, елочки, домики, ну, все такое. И на все это я вам дам 2 часа, можете начинать строить. А сейчас давайте посмотрим на мотивацию обоих команд. Синие, что вы думаете? Да, кажись, то ли в депрессии, то ли не знаю, мне никто отвечать не хочет. Красные, как у вас там? Ну, тоже правило. Пряничный дворец. Пряничный дворец? Пряничного домика достаточно. Домик двухэтажный. Да, так, трехэтажный. Ладно. Да какую елку? Что такая огромная? Зачем? Новогодняя елка должна быть большая. Не новогодняя елка. О, у меня есть идейка. Я сейчас скажу, что у красных все очень хорошо, чтобы мотивировать синих. Красные? Ой, я был у красных, знаете, у них все замечательно. Они хотят построить огромный пряничный дворец, они вообще... А у вас как тут дела? Ага, значит, Сондер какую-то деревяшку строит, Монолит ставит елки, а это... Типа, что такое? Я не знаю, что они хотят строить. Так, обговорить, что вы будете делать? Я думаю, вам нужен командир. Как думаете, кто из вас лучшим командиром? Сондер. Один голос за Сондера. Сондер. Ладно, все, Сондер, командир, командуй. Они тебя выбрали, и ты должен довести их до победы. Да, против вас команда, почти все там мастер-билдеры. Но я это сказал, чтобы вас мотивировать, а не чтобы вы перестали строить. Зачем деревянный домик на Новый год строить? Давайте попробуем и красных замотивировать. Красные, я только что был у синих. Ты шпион? Нет. Они тебе сказали, проваливай туда? Нет. Сказали, что мы нубики, да? Нет, они про вас ничего не сказали, потому что они настроены на победу. Что больше всего похоже на пряник? Бетон. Пряниковый бетон. Это я. Он нюхал, вот и он пришел. Да? Как думаете, почему я сюда пришел? Потому что ты шпион. Нет, я пришел, потому что прошла четверть пути. Я пришел смотреть. А что вы думали, будете тут сидеть без палевно строить? Я буду за вами наблюдать. А, нет, 28 минут прошло только. Так, пират, почему у тебя бутерброд с бетонной начинкой? Да ты шпион! Короче, у пирата тут бутерброд с бетоном. Что ты делаешь? Плоское дерево. Какая-то грязь на снегу. А что, непонятно, что это плоское дерево? Ну что за люди пошли, а? Огромный коллайдер. А почему елки листья дрявые? Они просто готовые поставили, вот молодцы. Они какие-то трубочки от газировки навтыкали еще. Вот раньше было лучше. Союз. Союз. Я свободен. От Сондера пока он в магазин пошел. Зачем вам такой командир, который в магазин ходит? Я не знаю. Реально, почему у вас трубочки от сока? Я не знаю. А, это конфеты, они все говорят, что это труб. О, пряничный домик красивый. А ты что делаешь, Монолит? Да, ему холодно, поэтому нужно одеть. А, тут еще дерево готовится. Знаете, у вас даже больше прогресса, чем у красных. И даже круче, больше атмосферы. Кстати, зачем ты елки красишь белые? Елки же зимой и летом одним цветом. А, забыл. Ну ладно, это все. Ну да, можно сказать. Нормально, не мог сказать, что... Здрасте. Чего я сюда пришел, вы знаете? Пришел объявить нам, что 1 час прошел, потому что прошло 59 минут. Давай сейчас, давай я скажу по эпичке. 1 час прошел, ура, все. Вот это эпик, не попробуй. Давайте смотреть, что за час. Ну, короче, построилось. А где трубочки? Платье на них главное, я их спустил. Ну зачем? Ура, 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 ура. Не наступай на них, пожалуйста. Я не наступаю. Теперь у вас здесь есть какая-то странная штука. Дорога, которую строил Арконус много лет. А вот это что такое? Это рельеф я делаю, чтобы все было красивенько. А. Все у них там что? Посмотрите на этих соперников. У них там трубочки из-под газировки везде и домик еще. Зато смотри, у них какой красивый пар, а у вас такого нет. Это просто снежная пыль. Что? Мы можем тоже так сделать. А у них из трубы он идет у вас. Даже трубы нет. Так, теперь твой бетоновый пряник уже стал побольше, да? Это теперь дом. Есть конфеты, которые кто-то разбросал. И елочки, которых нету, и паштету лень их строить, ну. Елка какая-то странная. Я заметил. Я тоже. Ладно, я пойду к тем трубочкам. Из-под газировки? Да. Я считаю, наша постройка гораздо лучше. К вам шпион идет, маленький. Он рассетнулся быстренько, чтобы его не спалить. Это Хаипус 2021. Я к вам в гости пришел, сиди. Короче, этот целый час прошел, я смотрю тут, что получается. У вас очень большие претензии к этим трубочкам от газировки. Здесь у вас такие красивые деревья есть. О, это пушка. Зэк со снежками. Прикольно. Ого, тут из трубы идет пар.
А где Сондер? Он что там внутри спит, что ли? Сондер, выходи. Сондер? Не, он, кажется, спит. Ну ладно, у вас очень прикольно. Идем в войс-запись. Очень важно. Да. Красные, кто из вас командир? Нет командира, мы все свободные. Конус, идем в белую команду. А войс. Почему? Эй, да. Ты командир команды. Командир я не вызываю, я вызываю... Это, короче, лидеры команды. Лидеры! У вас есть что сказать? Короче, это, nice skin, бро. Согласен, я тоже. О, спасибо, бро. Все, ничего больше сказать. Я ничего не понял, ну ладно. Я взорву стол за тебя. Ну что ж, красным и синим я не буду мешать на протяжении следующих 50 минут. Но они пройдут в мгновение ока. Осталось 10 минут до конца. Давайте-ка посмотрим, что там вообще. Дом! У нас дырявый дом! Делайте дом! А не почему дырявый. Здесь одна кривая елка, а все остальные нормальные? В смысле? Тут очень много конфет. Есть недоделанный, непряничный домик. Здесь вот еще такие вот есть острова. Ой. Ну ты вообще... Теперь дырка — это пещера. А это что за седа фиолетовая и зачем она? Это, ну, они тоже построили стену, и поэтому у нас битва стен. Да. А что это там за снеговик или что это? Это снеговик со шваброй. Ладно, я ухожу. Этот, короче, мало времени осталось. У нас тут снеговик. Вот. Ой, ужас, блин. Я векаю, он теперь пытается улететь. Ага. А это что, костер? Да, костер. Проходы куда? Не знаю, это же не меня делать. А еще что тут у вас есть? Снеговик злой. Да, куча игл, куча всякого снега, куча всякого. А в дом зайти можно? Нельзя. Почему? Тебе нельзя, потому что ты плохой. Почему я плохой? Почему я не могу туда зайти? Почему потому я что вход для ухи запрещен. Все понятно, я... Там просто потом ты туда зайдешь, а там ничего, кроме мечей, на стенах нету. Которые ты будешь есть. А я ж тебя знаю, ты будешь их кушать. Потом нас и не будешь бить. Поэтому тебе туда нельзя. А это что за летающий Эль Прибо? О, магад. Ну, у вас осталось всего лишь менее 10 минут. А вам нравится постройка ваших соперников? Я там ничего не видел. Да, нормально, прикольно. У вас даже облака есть. Рабов нужно оскорблять, поэтому... Сам, потом... сам ты раб, я сейчас все... Я просто психану и все буду удалять, понял? Нет. У вас в дом нельзя зайти? Да подожди, них... там ремонт. Если мы тут напишем ух, ты поставишь нам больше баллов? Да. Да? Да. Быстро пишите ух. Ух, где ты? Зачем? Ты хотел зайти. Карантин окончен. Ура, тут камин, а где стульчик телевизора, компьютер? Нету. В смысле? Я в таком не буду. Вот, разбалованное поколение. Со своими компьютерами. Время вышло, вы знаете? Нет. Ухо, я пишу надпись ух. О, прикольно. Плюс 10 баллов и плюс 10 минут времени. Ладно, уговорили. Не, мы еще сердечко в виде уха сделаем. Так что давай, еще много времени. Сейчас вы находитесь на виде того, где находятся две базы. Да. Первая, вторая. Сейчас мы пойдем к синей команде. Смотрите, здесь есть много елок. Смотрите, здесь есть какое-то дерево. На нем лежит снег, это красиво. Самое обычное дерево, на котором повисло мышка. Нет, самое крутое дерево. Какой красивый снег. Снег? Бугор как бугор, а чё бы нет. А смотрите на этот иглу, в который можно зайти даже вот так. В нем можно войти? Да. Еще здесь есть снеговик, смотрите. Какие красивые конфеты в конце концов здесь везде. Это не конфеты, это трубочки. Тогда у вас тоже трубочки. Нет, у нас... Трубочки совсем не... Они разные бывают. Вот я нашел, как у них тоже. Еще здесь есть домик, смотрите, какой красивый. Ну, домик как домик, ну, дальше. Почему я вашу постройку показываю? Смотрите, самое главное, что здесь есть. Зэк в курточке делает снежки. Это прикольно, да. О, смотрите, там наверху. Гнездо было все это время, а мы не видели. Гнездо для уха. Да, это просто шарики. Если их как бы перезагрузить, они умрут. Ну, они типа таять умеют. Наверху есть тучи, которые... Это, ну, тучи, короче. Капец, это тоже шарики. Их падают ниточки, да? Да, это снег вообще-то. Вам понравилась эта постройка? Кому как. Некоторые вещи, да, некоторые нет. Ладно, хватит, давайте пойдем к вам. Ну теперь давайте тогда вашу постройку посмотрим. Что это такое? Ладно, давайте сами. Это посмотрим. Наш супер-пупер-мега-офигенный зимний лес, пряничный с домиком и карамельками и елками. Короче, у нас есть вам домик, где у нас черепица с надписью «Ух-ух». Можно зайти в домик, посидеть возле горячего камина, погреться. Да. Главное, в камин не залезть и не сгореть.
Вот это он сказал, главное в камин не залезть, и Уго пошел попробовал залезть. А это что за абориген? Это Степан, а вот он Гриш, елки зеленые. А почему здесь на дороге елка выросла? Где? Нет, нет, она, это просто, листва. Какая елка? Быстренько убрали. Какая елка? И это паркур очень сложный. Ух, ты просто встал. Я не мешаю, я благородно стою и себя скину. Это жители вот этого пряничного дома. А как она заходит в такой маленький проход в доме? Так она это, руки сжимает, ноги поднимает. Голову пускает и заходит. Садится на диванчик и греется возле камина. Я тоже хочу в камине погреться. В камине. Спасибо, ты разрешил в камине погреться. Я надеюсь, тебе тепло. Ах, ты под 45 делаешь. Диван под 45 сделал. Мы тебе покажем, как они заходят. Вот видишь, вот этого пряника. Ой, а чё Стив встал? Покажи, как он заходит. Зашёл, ноги согнул, ручки тоже, и всё, вон в доме всё. В диване прям сидит. Дайте, пройди кто-нибудь. Все хотят смотреть на пряника. Да, дядя. Подходи, где этот? Пожар, пряник горит, помогите. Ура, пряник перегорел. Пойдите, надо пряника спасать. А вы знаете, как мы узнаем оценки? Идите в Дискорде в новости, сейчас кое-что будет. Готовьтесь. 3, 2, 1, 0, оценки. Ах ты ж, Аркодус, хватит твою постройку привлекать всех. Нет, ну они просто... Ты сейчас откуда? Нет, они мне, они просто... Ладно, давайте я сейчас переверну все. Подожди, вот, давайте, за вторую. Ну вот теперь на рамы идет, они никак до этого. 5 минут подписчики будут оценивать ваши постройки и посмотрим. Ух, какие еще скрины выбрал, где видно на нашей постройке, где видно только дом, а где на постройке команды Сонора видна вся карта. Да, у Сондра там вообще ничего не видно. Нет, там видно большую часть карты, когда у нас видно только домик. Это, знаешь, это маленький кусочек там, где Игу стоит и все. И фоткаешь вот прям отсюда, сверху. Опять что ли заново? Из-за того, что вы два раза подряд проигрываете заново, что ли? О, да, сверху, когда это лучше. Выиграли, но мы как бы проиграли. Арконус, ты такая крыса. А, точняк. Сондер, мы тебе шоколадку купим. Сондер, что они делают, скажи? Сондер, это, скажешь, мы... Арконус, короче, на своем сервере сделал пост, типа, голосуйте за их постройку. Ваша постройка начинает набирать все больше и больше очков. Чья? Твоя. Моя? Да ну, админ думает, что я не замечаю, что они удаляют очки. Ну ладно, сделаем вид, что я этого не заметил. Синяя команда и так победит. Голосование заканчивается через минуту. Аркодос, что ты там пишешь? Не, ну это уже слишком. Один балл отрыв. Один. Подожди, то... Не, куда? Куда? Что творишь? Ух. Я ничего не делаю, я думаю. Знаете, за кого я проголосовал? Мне кажется, ты за первый проголосовал, потому что там Сондер, а ты Сондера любишь, я знаю. Так, ух, голос уха есть в первом, он за то и за то проголосовал. Да, за двоих проголосовал. Потому что он ему надо было обозначить. Всё, скриншот. Так, сейчас скинуть скриншот вам. Разница в один. Короче, что, на костёр его и в печку. Короче, ребят, абсолютно всё куплено, всё нечестно. Короче, напишите в комментариях, чья постройка была лучше, красных или синих. Ладно, спасибо за участие Сондору, Арконусу, Матвей Про 2016, Пирату. Ну и всем пока.